Но если была возможность для лучшей жизни, то я бы уехал, конечно же. А так меня пока устраивает все. Если вот для студентов, то по профессии почти никто не работает в нашей стране в большинстве случаев. Таких профессий, например, как экономисты, не расцениваются, хоть я сам и технарь по профессии, но все равно найти очень тяжело. Много технарей, мест много нет, и получается, кто-то сидит просто без работы. Минки дрем, бельки Германия, Гиссен университет. Менимче анда шортлар шабряг ухойшен, там бутен, ну анда кубряг шортлар бар. Я шарга. Нет, я бы не уехала. Меня здесь все устраивает. Мне нравится обстановка, атмосфера. Мне нравится, что здесь 4 сезона. Зима, лето, осень, весна. Мне нравится русский менталитет. Нравятся особенности культуры. Это самое главное богатство. Я сам из Питера, и там это чувствуется особенно сильно, особенно остро. То есть русский дух, мне кажется, без него русский человек просто себя потеряет за границей. Я просто люблю путешествовать, но Россия — это мой дом. Мне не кажется, что там лучше жизнь. Заработать, мне кажется, легче в России. А потратить можно, конечно, за границей, но переезжать туда совсем не планировал. Это русский дух как раз. То есть нравится зима, нравится там рыбалка, охота. Ну, я планирую, разумеется, получить хорошее образование, в частности, поступить на PhD за рубеж, как вариант. Вот. Но в России тоже есть хорошие университеты, в частности, в Москве, в Петербурге, вот, которые тоже могут предоставить почти такие же условия, как за рубежом. В Казани хорошо жить. Вот. Работать тоже, если есть хороший заработный плат. Вот. То есть я считаю, что есть много условий, для чего как бы можно остаться в России. Нет, я бы хотел остаться в России. Меня все устраивает. Где я вырос, там пригодился. Я не готов никуда уезжать, мне здесь все устраивает, все нравится. Все условия созданы у меня. Какие? Там. Меня все устраивает.